Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий глядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Здравствуйте, Алексей, добрый день. Ну, кажется, что сейчас хорошее время, чтобы подвести хотя бы такие предварительные итоги, или, скажем так, что стало понятно за эту неделю по поводу того, что происходит в Курской области, какие цели могут преследоваться. Опять же, вчера мы увидели несколько новостей на эту тему. Самому российскому диктатору Путину доложили, что 28 населенных пунктов контролируют вооруженные силы Украины. После этого был такой отчет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он сказал о 44 населенных пунктах на территории Курской области. И 28, и 44 – это очень много. Какие выводы сделали вы о том, что там происходит, ну, вот за эту неделю? Выводов достаточно много, хотя и немало неизвестного. Кстати, выводы о собственных ошибках, в том числе, я имею в виду моих, мы с вами буквально неделю назад разговаривали об этом и делались выводы мною, не только мною, на основании отсутствующей информации во многом. И это, кстати, показательно, когда выводы на основании, в общем-то, отсутствия, не то чтобы окончательные, но предположения, на основании отсутствующей информации, эти предположения частенько оказываются неверными. Как и, например, то, и вот это один из главных моментов, что на сегодня достаточно большие шансы, я бы сказал, хотя, опять-таки, окончательно ответить на этот вопрос нельзя, что украинское командование, украинское руководство планируют закрепиться на какое-то время, может быть и на длительное, на территории Курской области. То, что неделю назад выглядело маловероятным и вообще казалось, что происходит некий небольшой рейд, сегодня очевидно, что речь идет о масштабной наступательной операции, которая, подразумевает и открытие такого на постоянной основе нового участка фронта, и тогда это совершенно новое слово в этой войне. Хотя и сама по себе масштабная операция на российской территории – это уже новое слово в этой войне. Еще один интересный, на мой взгляд важный вывод – это успешность информационного обеспечения со стороны Украины. Во-первых, подготовка Украины, российское командование, естественно, проворонило подготовку украинцев к наступлению. Это, кстати, является доказательством, опровержением определенного рода тех утверждений, которые мы неоднократно слышали в течение последних, ну, скажем, полутора лет, что сторонам очень трудно удивить друг друга. То есть, что все просматривается, все прослушивается, разведка ничего не упустит. Тактическая и тем более оперативная внезапность почти невозможна или невозможна. В самом деле это в заметной степени актуально на основных участках фронта. Однако, как показала жизнь на второстепенных, каковых является граница, но тем не менее вполне полноценных, это актуально еще как. Более того, это в какой-то мере, нужно правде в глаза смотреть, проявилось с российской стороны 10 мая в Харьковской области, где не совсем были готовы к встрече со стороны Украины, вооруженные силы Украины. Но сейчас в Курской области это проявилось во всей красе и показывает, при грамотном обеспечении мероприятий многое возможно. Кстати, тот факт, что много дней, вот фактически до заявления Сырского о 1000 квадратных километров, много дней не было почти никакой информации с украинской стороны. На мой взгляд, это тоже было на пользу дела, хотя всем нам было очень интересно, и все пытались гадать, что же в самом деле происходит, да и сегодня не до конца понятно. Это было важно для достижения успехов определенных на поле боя, для создания дополнительной паники у противника, для создания у нее большей ситуационной неосведомленности у российской стороны. Это было нетипично. Все эти действия были, скажем так, не совсем типичны для нынешней войны, и тем более это не может не заслужить высокой оценки. Что касается дальнейшего хода боевых действий, то здесь, вот, собственно, самое главное, самое интересное и самое важное впереди. Впрочем, так, как правило, и бывает всегда. Но здесь упирается все уже в интересный рискованный расчет. Окажется он оправданным или нет. Я говорю на случай, если украинское командование решает удержать этот плацдарм,
то, безусловно, это потребует серьезных усилий, серьезного отвлечения резервов. То есть я имею в виду закрепиться, это не просто атаковать, прорвав слабую линию обороны и далее атаковать, когда противник еще не успел собрать серьезных сил, удерживать территорию Курской области, часть территории Курской области, когда Путин в качестве приоритета ставит ее возвращение, потребует серьезных ресурсов. И вот здесь будет играть малую роль, какие ресурсы отвлечет Украина, какие ресурсы отвлечет Россия и как это скажется на других, по-прежнему, я скажу, более важных участках фронта, потому что пока Россия продолжает наступать на этих участках, они, в общем-то, по большому счету, более важные, несмотря на огромную важность действий в Курской области. Тут, конечно, интересно, что опять мы мало что знаем о настоящих целях этой операции. Видим, опять же, определенную информацию, которую публикуют западные медиа. Я не знаю, откуда они берут эту информацию. Я не знаю, можно ли ее проверить. Но вот британский The Telegraph, например, написал о том, что российские военные части были выведены из Харьковского и Херсонского направлений для усиления обороны Курска. То есть мы понимаем, что с самого горячего направления, то есть мы... если говорить о Донбассе, о Покровском направлении, оттуда вроде бы ничего не выводят. Но вот тот факт, что возможно, опять возможно, на Харьковском и Херсонском направлении стало полегче. Что это означает для нас? На Херсонском направлении, по большому счету, подчеркиваю, насколько я могу судить, серьезных наступательных действий и не велось с российской стороны. Поэтому вывод оттуда сил не то чтобы заметно влияет на ситуацию. Заметно влияет на ситуацию вывод сил там, где либо они атакуют на постоянной основе, либо там, где намерены атаковать украинцы. Но насколько я слышу и читаю, и вижу из определенных украинских источников, которым склонен очень доверять, есть ощущение, причем ощущение реальное, что на некоторых участках фронта, даже на очень важных, хоть чуть-чуть, но частота атак спала. Это может частота, интенсивность атак. Достаточно, кстати говоря, чтобы даже авиацию несколько менее интенсивно применяли. Или забрали бы часть резервов, которые могли бы быть задействованы, и это уже хоть как-то влияет. Но пока говорить о существенном влиянии рано. И в итоге все упирается в следующее. Будет ли ослаблен натиск на каких-то важных направлениях? В первую очередь, там, где есть продвижение российское, там, где есть серьезная угроза территориальных потерь и даже оперативных окружений. То есть тот самый, будет ли, получат ли там украинские военные перерыв, который можно будет воспользоваться и для строительства рубежей определенных, и для приведения себя в порядок, или для переброски дополнительных сил, либо нет. Ну и, конечно же, вдруг, если украинское командование планирует где-то контратаку какую-нибудь, то серьезную, то в этом случае ослабление даже на второстепенном направлении, если это там где-то происходит, может иметь значение. Глобально же, если украинцы начнут удерживать вот этот вот участок Курской области, какой будет взят под контроль, то тогда можно будет говорить почти наверняка о переброске тех или иных резервов российской армии, даже не совсем второстепенных участков. Тем более в свете того, что Путин вроде бы как видит подобное выдавливание украинцев на украинскую территорию приоритетным. Хотя тут важно сказать, чисто с военной точки зрения, чтобы это было срочным, приоритетным и требовало больших сил, вот эта операция по выдавливанию украинцев с российской территории, была бы с военной точки зрения, ну скажем так, обязательно только в том случае, если бы украинцы ввели в Курскую область очень значительную группировку, которая продолжала бы угрожать дальнейшим продвижением и перерезанием важнейших дорог, захватом важнейших населенных пунктов. То есть, когда угроза была бы очень явственной. Если они будут ощущать, что угроза, резонансность понятна, захваченные населенные пункты понятно, но угрозы особой, дальнейшей угрозы нет, с точки зрения военной срочность упадет. Но с точки зрения личных решений Путина это уже фактор субъективный. О нем можно рассуждать сколько угодно, но мы же, тут предсказывать... Знаете, это же имиджево. Вот имиджево, если говорить о том, какие репутационные потери понесла Россия, то мы можем говорить об этом достаточно долго. Ну, во-первых, понятно, мы увидели первую реакцию на Курскую операцию ВСУ. Это традиционное вранье пропаганды о том, что все уничтожены, все
все, кто там неонацисты киевского режима или какие там у них формулировки обычно, все были уничтожены. Герасимов под камеры об этом рассказывает Путину. Это вызывает еще больше истерики, чем обычно вот в этих Z-каналах, которые пишут, что что же вы нам... Ну, в общем, врете в глаза, вот так, вот такое слово можно употребить. Опять же, репутационные потери вот этих кадыровцев с их, их Ахматом. Я вот буквально перед нашим с вами разговором увидел новость о том, что уже вот этот, как его, господи, зовут его Апти Алаудинов, командир спецназа Ахмат, уже сказал о том, что все находится под контролем российских военных. Ни один, значит, ахматовец, кадыровец не попал в плен, при том, что есть уже достаточное количество видео, свидетельствующих об обратном. Про репутационные потери. Насколько они важны? Репутационные потери кадыровцев и конкретно Алаудинова, кстати, говорят, я в таких довольно специализирующих на Чечне источниках, что он сам, несмотря на формальную и внешнюю как бы близость, на самом деле не совсем человек Кадырова, либо даже далеко не совсем человек Кадырова. Впрочем, это не имеет значения. И по большому счету, я считаю, кадыровцев и рассказы, истории вокруг них — это пикантная мелочь. Не более того, нечто большее важное, нечто большее имеет серьезное значение. Потери очень серьезные, репутационные. Но для меня, например, вот эта вот ситуация, когда... Если не ошибаюсь, Смирнов, глава Курской области, рассказывает в открытую, причем явно преуменьшая, от 28 на минутку населенных пунктах Курской области, взятых под контроль противником, полосе наступления 40 в ширину, 12 в глубину, хотя все понимают, что на самом деле реальные цифры несколько выше. Это само по себе поразительно, и как его перебивает Путин и говорит, что это вообще дело военных рассказывать о, в глубину, в ширину и количестве населенных пунктов, вы рассказываете о другом. Это очень показательно. Еще не так давно, я уже не говорю об общих целях Путина, заявленных во время войны, как он говорил, защитить народ Донбасса и так далее, и так далее. И после того, как он защитил, как он говорит, народ Донбасса, народ Курской области, народ Белгородской области через 2,5 года видит эту защиту на собственной шкуре и чуть ли не сотнями тысяч, а к этому уже приближается, уже более 100 тысяч, эвакуируются из своих домов в спешном порядке. Совсем недавно Путин говорил о санитарной зоне, угрожал Украине санитарной зоне в ответ на обстрелы и даже, ну, скажем так, частично, хотя далеко не полностью, осуществил свою угрозу, захватив кусок Харьковской области с 10 мая, начиная с 10 мая. Украина ответила ему зеркально и гораздо более мощно, и гораздо более оскорбительно с его точки зрения, безусловно. Этакий аналог операции в Харьковской области, только гораздо большим резонансом и на данный момент с большим результатом. Большая территория однозначно. И главное то, что этого никак не ожидали. Не ожидало российское командование, не ожидал лично Путин. Вот вам хотя бы на этот момент санитарная зона уже, собственно, на российской территории. А в других местах, где, в общем-то, даже активность украинской армии носит такой минимальный характер вдоль границы, все равно уже обжегшись, что называется, на случившемся, российские власти эвакуируют массово население, спешно пытаются укрепить границу. В общем, в плане репутационном все абсолютно очевидно, хотя не стоит недооценивать российскую пропаганду. И вот вы привели отличный пример, когда на начальном этапе российское командование не особо понимало, что к чему, и говорило всего о тысяче участниках с украинской, тысячи с украинской стороны. На следующий день заявило 650-680 потерь у украинцев, то есть 2/3 наступающей группировки, наступающей с большим успехом, уничтожены, то бишь она сама уничтожена. Классические противоречия. Важно понимать, что в Курской, Белгородской области, может быть, многие неплохо понимают, что произошло. А вот в остальных, несмотря на признание, благодаря пропаганде можно, российская сторона может снизить, скажем так, размеры и масштабы этого репутационного удара. Во-первых, преувеличивать потери украинцев, во-вторых, не досказывать, ну и в-третьих, надеяться на то, что ситуация изменится в лучшую сторону в ближайшее время, и тогда неважно, даже если украинцы сами отступят, решив, что все исчерпало себя, объявить победу и то, что это было результатом действий российских вооруженных сил. А вот то, что если украинцы задерживаются на российской территории, вот тогда, конечно, подобный расклад сложно предъявить.
Но пропаганда и то, что многие находятся далеко и не совсем понимают происходящее, это инструменты, это факторы достаточно важные, чтобы эти самые репутационные потери хотя бы внутри страны снизить. Ну, мы действительно, когда говорим со специалистами по тому, как работает российская пропаганда, они, в принципе, нам подтверждают, что скрыть то, что происходит в Курской области от большинства населения России, в принципе, несложно. Не все, мягко говоря, будут подписываться на вот этих Z-военкоров. Отдельная же история про них, какую панику они подняли. У нас даже есть пророссийские медиа, которые маскируются под украинские. Не очень переживают, они пишут, боже мой, вот если бы Украина так реагировала, и украинские медиа так реагировали бы на широкомасштабное наступление Украины, у России в Украину, то вторжение, то, слушайте, ну, Украина бы уже проиграла, ну, вот это отдельно. Ну, о другом хочу вас спросить. Если вот смотреть, ну, очень оптимистично, а какие возможности по тому, чтобы дотягиваться до военных, важных военных российских объектов, открывает нам то, что подразделение ВСУ находится в Курской области. Насколько можно предварительно судить, ведь бои уже продолжаются неделю. Здесь, скажем так, эффект внезапности, по большому счету, уже отсутствует. И далее сегодня идет соревнование, скажем так, по скорости прибытию резервов, скажем так. Или если с украинской стороны резервы не прибывают, то тогда с точки зрения парирования России прибытие резервов. И здесь все очень важно. Здесь от этого зависит буквально все. Либо украинцы продолжат, а здесь есть определенные перспективы, продвигаться дальше. И вплоть до создания угроз неким важным и артериям снабжения, и каким-то военным объектам, либо потихоньку все стабилизируется. Проблема, однако, в том, как мне видится, что до сих пор долгие месяцы, и это было очевидно по ситуации на фронте, что Украине не хватает резервов, в том числе личного состава. О дефиците личного состава не говорил только ленивый, и в том числе о дефиците других ресурсов. И поэтому все упирается для того, чтобы вот это вот наступление в Курской области могло создать значительную угрозу для России. Все упирается в наличие, в размеры группировки. Если группировку задействовать по-настоящему большую, да, здесь огромные перспективы. Вопрос в том, есть ли у Украины эта группировка гигантская, подчеркиваю, это десятки тысяч человек, это очень суперсерьезная угроза. Скорее нет, чем есть. И в любом случае другие направления тоже остаются очень приоритетными, поэтому пожертвовать ими целиком никак невозможно. Так что я бы был осторожен в плане вот таких оптимистических утверждений. Скажем так, то, что 2-3-4 дня вот происходило, такого особо активное продвижение, это я предположу, что это основная часть. Однако, как я уже говорил, украинское командование удивило очень многих, и в первую очередь россиян, а это самое главное. Поэтому воздержусь от прогнозов, но все упирается в значительные силы. Значительные продвижения невозможны без обеспечения флангов, без логистики, без стабилизации фронта на менее активных участках. Поэтому все именно в это упирается в первую очередь. Тут еще, если говорить о такой очень позитивном факторе, да, этой Курской операции, это как раз то количество пленных, которых удалось взять. Мы понимаем, это обменный фонд, среди них срочники, их точно будут менять, потому что там матери и так далее, не знаю, может, даже жены уже. Там есть ахматовцы. Опять же, вы сказали про Птия Лаудинова, насколько он является человеком Кадырова. Мы тут отдельно обсуждали эту тему в одном из наших эфиров. Там действительно у них был конфликт, но теперь он максимально лоялен снова. Ну, в общем, не об этом речь снова. Про пленных. Мы не имеем, у нас нет еще точных данных по поводу того, сколько пленных удалось взять на территории Курской области. По предварительным это было пара сотен, возможно, но вот уже Z-каналы пишут, что около 2000 человек могли сдаться в плен. Мы не знаем, что из этого правда. Тут другой вопрос. Получается, что мы можем сделать вывод, что вообще-то большинство российского населения, в том числе, которое находится в форме, в том числе, которое служит, не готово воевать, не собирается там, класть свою жизнь за то, чтобы защищать вот эту вот матушку Россию, российскую землю. Можно ли такой вывод сделать?
Я думаю, что это был бы не совсем правильный вывод. Значительная часть российской армии, по сути, все, что можно, все, что они собирают для боевых действий, воюет в Украине. Более того, они воюют в Украине, многие рискуя жизнью, там где-то не по своей воле, не совсем по своей воле или совсем не по своей воле. И благодаря разного рода особым методам воздействия, но они идут даже на мясные штурмы и воюют так, как что осознают, что шанс погибнуть или стать инвалидом очень велик. Тем не менее, они не бегут в массе своей, по крайней мере, да, и не обращают оружие против своих командиров. То есть факт налицо, что в зоне основных боевых действий российскому командованию удалось создать ситуацию, когда те, кто там находится, волей-неволей воюют. Более того, до недавнего времени было очевидно, что значительное количество людей поступают на службу по контракту в российской армии, понимая, что они пойдут воевать. Из финансовых соображений, ну, кстати говоря, вот буквально сегодня я прочитал данные по Москве и Московской области, где говорится о том, что 10% это иностранцы, в основном выходцы из Таджикистана, Узбекистана, из тех, кого мобилизовали в Москве и Московской области, вернее, привлекли. И у 90% финансовые соображения. Однако вряд ли у них есть особые иллюзии, что они не рискуют. То есть я к тому, что в России достаточно людей, которые, не имея идеологической мотивации, а вот по тем, по Москве и Московской области говорится, что процентов 90 это финансовые проблемы. Безусловно, воевать готовы. Важно понимать еще один момент. Когда кого-то, это во многих армиях и многих странах происходило и будет еще происходить на войнах, когда кого-то застали абсолютно врасплох, когда ты не готов, когда командование не подготовилось должным образом. Это с точки зрения качества, количества личного состава, линии обороны, всего в комплексе, то тебя разбивают, что называется, и воевать в крайне невыгодных условиях, просто так стоять насмерть. Более того, если ты не готов и индивидуально боевой подготовке срочников высокой говорить нечего, и не только срочников, а главное, не готов коллективно, то никакого эффективного сопротивления не будет. Будет поражение в той или иной степени, даже если кто-то проявит мотивацию. Ну а когда все вокруг сыплется, мотивации не способствует. С другой стороны, не стоит здесь быть, что называется, в иллюзиях. Когда они перекинут подкрепление определенное, когда более-менее стабилизируют и получат ситуационную осведомленность, естественно, их сопротивление будет более эффективным. И, естественно, можно будет говорить о полноценном ведении боевых действий с их стороны. То, что великой мотивации идеологической у многих нет, это, в общем-то, и так очевидно. Однако это не мешает большинству воевать, что называется, тянуть лямку и рисковать своей жизнью, и отнюдь не бунтовать против власти, даже когда они чувствуют, что их буквально бросают на убой. Ну, мы тоже понимаем, что срочники или даже вот эти ахматовцы, которые находились на границе, вряд ли подписывали контракт за 2 миллиона рублей, да, там такая сумма уже была озвучена. То есть, скорее всего, денежной мотивации тоже нет. В любом случае, будем смотреть, как будут развиваться события. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Нагадаю аудиторії, Давид Шарп, військовий глядач, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.